Итак, друзья, для того, чтобы снять нашу штатную магнитолу, нам в первую очередь надо отключить минусовую клемму с аккумулятора ключом на 10. Следующим шагом нам надо снять центральную накладку, которая закрывает магнитолу. Для этого везде написано, что надо взяться широко сбоку дефлектора, и вот так вот она вытаскивается. И вот так вот, без какого-либо инструмента, мы снимаем нашу накладку. Далее надо отсоединить фишку аварийки. Вот так выглядит решетка. Вот эту фишку надо постараться не уронить туда, иначе будет очень неудобно доставать. Следующим этапом берем Torx 20 и откручиваем 4 болта, которыми крепится к дефлекторам. Вот такие вот шурупы под Торкс. 4 штуки. Далее вытаскиваем вот эту дефлекторную вставку. Единственное, смотрите поаккуратнее. У меня синий провод почему-то проходит сквозь нее. Сейчас буду пробовать его вытащить. И вот мне пришлось аккуратно снимать колесико, чтобы вытащить. Вот так выглядит дефлекторная вставка. Тоже убираем ее. Пришлось разбирать из-за того, что проходит вот этот вот синий провод от кнопки аварийки. Почему через нее сделали, непонятно. После того, как вытащили дефлекторную вставку, нам надо вытащить саму магнитолу. Держится она также на 4 торкса. Такие же торксы. Вытащил торксы. Теперь вытаскиваем на себя магнитолу. Отсоединили одну фишку. Также отсоединили все остальные. Вот так магнитола выглядит сзади. То есть вот такая вот она. И если сравнивать нашу штатную магнитолу с новой, то смотрите сами. У штатной магнитолы экран существенно меньше. Вот так вот они. Это штатная, это новая, выглядят сбоку. Далее сзади вот так. Снизу штатная, сверху новая. И вот так вот они выглядят также сбоку. Вот в принципе, сзади у новой магнитолы на андроиде выходов больше. Переходников тоже много. Сейчас посмотрим, как все это просто одевается. Итак, штатные колодки выглядят таким вот образом. Коричневая отвечает за передачу сигнала к динамикам. Серая колодка отвечает за питание. Вот эта колодка мини ISO. Европейский стандарт качества. Итак, начнем с того, что подключаем люкс переходник. Перепутать тут не получится. Итак, вот я подключил все переходники сюда. Этот переходник сюда. И сюда подсоединил в блок. Далее. Все, переходники закончились. Далее уже подключаем все к штатным. Подключаем эти переходники с этими. Вот таким вот образом подсоединяем AUX и USB выход, который внизу. Подключаем основную колодку сюда. Ну а дальше у меня начались танцы с бубнами, ведь столько переходников впихнуть туда просто не получалось. Внутри
за ММС-кой есть стенка, перегородка, которая не дает впихнуть столько переходников. Они просто упираются, и магнитола не становится примерно 2 сантиметра, не долазит до конца. Я промучился таким образом 1.5 часа, пока ждал сына с тренировки. Но впихнуть у меня так и не получилось. Пришлось поставить старую ММС, подключить аккумулятор и ехать, так как ехать нужно было. Затем я примерно час потратил времени, чтобы повторить процедуру, но уже когда ждал жену. В итоге то же самое, не успел установить, не получилось у меня. Собрал назад, и вот уже третий раз я вечером разобрал все назад, вытащил старую ММС, и тут уже не выдержал. Взял и психанул. Взял канцелярский нож обычный и срезал вот эту вот перегородку, заднюю стенку. Вот так она выглядит. Она сзади ММС. Пришлось ножом срезать ее так, так и так. В трех местах. И после того, как я ее срезал, в принципе, все я установил сразу. Хочу предупредить о мелких нюансах, с которыми я столкнулся. Итак, друзья, для того, чтобы просунуть все аккуратно, сделать качественно, и чтобы ничего нигде не болталось, не торчало, я снял бардачок, часть проводки просунул. Отсюда рукой достал, вытащил. Антенну GPS я протянул за бардачок, подключил к металлической стойке. А вот сюда сверху прилепил GPS-антенну. То есть вот тут она. Модуль PAS, который отвечает за динамические линии, я подключил к одному из выходов USB. Тот переходник, на котором три USB выхода, один из них подключил к модулю EPAS. А второй выход USB я подключил к переходнику, который идет на AUX и USB штатные. Там тоже соединяется он USB выходом. А вот третий свободный USB я вывел также за бардачок. На всякий случай. Ну или для подключения какой-нибудь флешки. Здесь к пучку проводов подсоединил свободный USB выход. Ну а остальные переходники подключаются легко и просто. У каждого свой разъем, и перепутать их просто не получится. Ну вот и все. А если у вас появились какие-то вопросы, то пишите их в комментарии под видео. Также напишите, что вы вообще думаете по этому поводу. Может быть, кто-то установил это ММС без удаления задней стенки. Друзья, ну и сегодня мне придется вас немного огорчить. В связи с ростом НДС в 2019 году и ростом доллара, продать ММС со скидкой 5% у ребят больше не получается. И поэтому теперь при заказе ММС по промокоду GARAGE TV у вас будет скидка всего лишь 500 рублей. А также узнать про остальных моих партнеров, которые дают хорошие скидки или подарки по промокоду GARAGE TV при заказе у них, можно в моей группе ВКонтакте, ссылка в описании под видео. Ну а на этом все, жмем лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Если у вас остались вопросы, пишем их в комментарии под видео. Пока-пока!